Сейчас будет просто мясо, потому что у нас будут драться девчонки. Вы готовы? Итак, друзья, клиника против Маркуса. Короче, Маркус попал, по-моему. Давайте, сделайте шуму! Кто первый? Маркус, ты готов? Стесняется, короче, все джентльмены пропускают дам. Так, выступает Маркус. Я всем здоровый. Я хотел уступить девушкам, они мне, ну иди, иди ты, иди, мы еще, мы боимся пока еще. Папа, мне пожить, я... Вот, прежде чем я начну свой трек, я хочу сказать такое вступление, подожди. То, что у каждого человека, вот у вас девушка, у тебя парень, у тебя Ренат, у всех своя просто, как говорится, программа в голове. Да, о, красава. Сиськи, да? О. У каждого своя волна. То есть, если у меня своя волна, я не лезу в вашу волну. Вы делаете свою волну здраво, значит, вы в ней первый. Я делаю свою волну. Я не говорю то, что я в ней первый. Я пытаюсь быть первым. Я стремлюсь к этому. Песня называется «Своя волна». Можно сейчас я горло только смочу? Ее же надо выдвигать. Поехали. Можно музло погромче? Мы не те, кто знаем, мы те, кто это доказывает. Если ты такой же, значит ты свой, фразы. Об этом сразу базу всех наших данных, которые нас представляют, хоть иногда, бля. Твоя беда нас не волнует, правда забавно, но знай, перец, мы теперь с тобой на равных. Заникаться рано, но все же приятно. Расслабься, парень, у тебя вид неопрятный. А чего на луне пятна? Скажи на ушко, не дергайся, ты уже давно на мушке. Прибереги ушки, наш бедрей творяти идет спереди, тот не нападает сзади. При любой экране ты увидишь смысл, из-за которого приходится чем-то делиться. Смотря на эти лица, хочется улыбаться. Впереди тот, кто не играет как лацио. Гудок, гудок на рацию, помехи поверх. Куча людей, все прорываются вверх. Верно это, нас все больше и больше. А прорвется тот, кто умнее и толще. Настраивай волну, будь рядом с этим, с тем, что тебе дает жизнь и просвет. И эти куплеты где-то читают друг другу. Круто именно, то я оставаться не буду. Настраивай волну, будь рядом с этим, с тем, что тебе дает жизнь и просвет. И эти куплеты где-то читают друг другу. В трудную минуту я оставаться не буду. Настраивай волну. Москва, дайте шума, чё спим? Оу! Кого-то это бесит, то, что все через 10. Я по-любому знаю, сколько байда это весит. 2010-й, дожди в окно стучат, но все так странно, даже как медь на собчак. Я тяну свой рычаг, пока все люди молчат. Иногда не хватает меча, мне не нужна меча. Я добиваюсь до талого, все хватает нормы, мне почему-то мало. Я с простого квартала, тут все проще простого. Идя по улице, я не бываю скован, будто повар в доме. Я варю свой продукт, меня можно найти либо в рэпе, либо тут. Ноги не туда прут и ставят эту палку. Пытаясь мои колеса сувать палки, я их ломаю сразу в так. И только так я вижу их, как видит рыбака рыбак. Если твой язык враг тебе, я рад теперь. Вещи придется всякого говна терпеть. Ну а те, кто с нами, это наши люди. Это наша волна, мы все навеки будем. Настраивай волну, будь рядом с этим, с тем, что тебе дает жизнь просвет. И эти куплеты где-то читай друг другу. В трудную минуту я сдаваться не буду. Настраивай волну, будь рядом с этим, с тем, что тебе дает жизнь просвет. И эти куплеты где-то читай друг другу. В трудную минуту я сдаваться не буду. Настраивай волну, рядом с этим, что тебе дает жизнь просвет. Эти куплеты где-то читай. Шума! Москва! Москва! Все! Москва! Ставка! Маркус, Маркус, Маркус! Вот, я, подожди, я не знаю, может быть, я сейчас уже вылечу с этого батла, но все же, я просто выступаю сегодня в третий раз вообще в Москве на самом деле.
Я просто, если честно, мне очень нравится публика московская. Она правда, она умеет просто поддерживать. Я вам всем просто желаю здоровья и всего вообще просто. Вот чему вы стремитесь, блядь, чтобы вы всего этого добились. Спасибо. Знаешь, что самое больше мне понравилось? Ты красавец. Так, вот это вот. А потом вот так вот. Класс, молодец. Я просто еще, ну, занимаюсь там шоу, там, станцией. Нет, правильно, перформанс, все ништяк. Так, друзья, это был Маркус. Не уходи далеко сейчас. Можно заголосовать. Итак, встречаем клиника здесь. У нас одна представительница, ты одна будешь считать, да? Понял? Ну, я думаю, что она одна уберет Маркуса, она так считает. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Извините, я просто не помню, какой там минус. Продакшн мой. Продолжаются со стервенением на особое мнение. Без сомнений, это борьба за основную часть уравнения, вызывающая в мире воспламенение. Каждое тысячелетие из века век выбирает всякий индивид человека. Но из двух одинаково ужасно зол быть как все или прорваться на пролом. It's always hard to be online and to Единственное, знаете, я очень пожалел, что я не находился в зале, когда было вот это шоу, короче. Но это было очень круто, очень ново, прикольно. Итак, друзья, делайте свои пометочки. У нас выступили все полуфиналисты.